Власти Удмуртии представили проект благоустройства северной части набережной Ижевского пруда. На его реализацию потребуется более миллиарда рублей. Если средства удастся найти, работы начнутся уже в следующем году. Японский автопроизводитель Nissan компенсировал АвтоВАЗу убытки из-за приостановки производства Sentra. Они составили почти 2 миллиарда рублей. Напомним, производство приостановили из-за падения спроса на машины С-класса в России. Ижевский подросток лег на рельсы перед движущимся трамваем. Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети. Инцидент произошел рядом с остановкой Центральный универмаг. Мальчика с дороги оттащили его друзья. В Изнере директора техникума подозревают в получении взяток. Следователи считают, что мужчина за вознаграждение разрешал проводить в столовой образовательного учреждения свадьбы. В Можге начали выбирать дороги для ремонта в 2019 году. Работы проведут в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На ремонт могут выделить порядка 50 миллионов рублей.